Йоу! Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем ебашить в Балау. Значит, кое-что я для себя прояснил. Мы закончили на том, что я погиб. И я решил все же почитать гайдик, что за хуйня, потому что я много над чем туплю, много чего не знаю, как сделать. Значит, по счет эликсиров. Я делал много эликсиров всяких и не понимал, для чего какой. Значит, черный эликсир мы подбирали. Это такой бутылек со звездой, я так понимаю. Он дает временную неуязвимость против атак. Синий эликсир, он попадается, гриб попадается на уровнях, где мы жопу морозили, короче. Он дает, как я, собственно, и заметил, временно замораживает показатели голода, жажды и тепла. Зеленый эликсир, это такой, короче, эликсир, который мы варили из зеленого гриба, и он давал нам... Там показывали, как бы, значок вот этот вот. Блять, как его показать-то? Вот, ну, короче, вот этот вот самоцвет, который у нас в лампе вот здесь в углу, он дает... типа, я так понял, дополнительные какие-то осколки света в течение неограниченного периода времени заставляет врагов бросать дополнительные осколки света на фонарь. Хуй его знает, что это значит, но... Но это так. Значит, зеленый эликсир, фиолетовый эликсир. Вот, кстати, я для себя одну штуку полезную обнаружил. Фиолетовый эликсир, это... он открывает всю карту уровня. Он варится из одного синего гриба и двух красных. Вот я бы такой сварил, потому что довольно-таки неплохая вещь. Зашел на карту, да, на уровень. Тут же бахнул эликсир, у тебя вся карта открылась, и ты знаешь, куда идти. Заебись же. Красный эликсир, как, собственно, я и догадался, тоже там меч такой нарисован был. Увеличивает урон в течение ограниченного времени. Белый эликсир, это вот на новых уровнях появилась эта штука. Это нам дает временное ночное видение, как я тоже догадался, там такой глаз нарисован. Правда, я не понял, я его выпил и... Не знаю, это, наверное, используется вообще в полной темноте, может. Не знаю. Так, и желтый эликсир, не знаю, это все ли... Фосфор, отлично, бомба, отлично. Не знаю, это... Ебаться. Так, вот это сюда... И желтый эликсир нам дает, уменьшает количество урона от вражеских атак. Вот хорошая вещь тоже. Значит, желтый эликсир. Плюс я почитал еще, как крафтить, что вообще. Тут что-то полезное. И знаете, для себя я обнаружил, что да, тут довольно-таки есть полезное. Тут можно, кстати, минус крафтить. Вот что я прикололся. Так, это мы уберем. Мы, значит, погибли. Мы погибли и... И пиздец. Вот тут у нас есть доспехи, это меня радует. И они рисуются каждый раз, когда мы спускаемся сюда. Это прям замечательно. Доспехи, конечно, не ахти, но они зато бесплатные. Потому что я у того торгаша наверху, блядь, купил за 80 самоцветов. Да, по-моему, за 80 я купил... Броню, она была мощная, конечно, но она, блядь, тратится, как я ебу. Ну, то есть, один удар, и она снимается, как бы, там, 8, так сказать, щитов вот таких вот. Вот, типа, тут 2 щита, а там было, типа, 8. Ну, и за один удар врага она снимает, блядь, что за глупости. Кстати, давайте вот сюда сходим, может, там еще что-то, что-то там, по-моему, есть. Или я что-то туплю? Так, это на предыдущий, да, уровень что-то? Или я помню, что-то тут, что-то какая-то... Что здесь? А, здесь я помню, здесь был этот... ключ был здесь. Короче, вот такие пироги. Так, что я хочу? Я хочу сейчас замутить себе грибы и сварить себе, во-первых, карту. Я не знаю, красный гриб попадется, мне не попадется, но получается,
фиолетовый эликсир. Так, ну-ка, подожди. Что, здесь вообще ничего нет? Фиолетовый эликсир варится из двух красных и одного синего гриба. Это раз. Во-вторых, было бы неплохо замутить еще желтый эликсир против дымаги от врагов. И красный было бы неплохо. Черный эликсир, он не варится, он исключение, он находится в ящиках по карте. Так, надеюсь, я сейчас не сдохну. Мне нужно найти свой труп. Опять этот дрочилы там сидят, да, где-то? О, вот вы, кстати, мне и нужны. Ах ты, сука. Да, блядь. Вот как так? Я уже вот сразу же, нахуй. Сразу же пизды выхватываю. Так, надо что-то я... Я как-то расслабляюсь. Мне надо... Лучшая защита — это нападение. Куда ты побежал, пидор? Так, дрочилы. Ёб твою мать, я ж еще и голодный. Подожди. А чё, почему так-то? Блять, надо было что-то с собой взять. Я что-то, блять, с дуру-то вообще не это. Надо было в замок сходить, в свой этот. Блять, что-то я вообще... Что-то я вообще туплю. Так, крафт. Череп, палка, пойдет. Здесь что? А, блять. Тихо. Получай, пидорас. Вот эти, они меня прям вообще вымораживают. Они не... О, желтенький гриб, да? Желтый, да? Желтый, да, это против дымаги. В принципе, да, локация как бы располагает к желтым грибам. Мне нужна вода, мне нужна вода. Пиздец, как нужна вода. А здесь я помню, что воды нету, поэтому я сейчас вообще бежать буду. Ребятки. Чё вы? Выхватили, да? Нет места? В смысле нет места? Так, еще нужно комплектовать вот это вот тинг. Не, подожди. Так, стоп. Крафт. По счет крафта. Бум-б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 ум. Палки. Нужно, короче, чтобы больше крафтил я, мне нужно комплектовать все это дело. Так, значит, это мы... Подожди, выбросим. Веревку возьмем и... Веревку мы скомплектуем в вязанку, да? Вязанка, отлично. Палка, ну-ка, палка, сука, палка нужна, ладно, веревка. Нужна еще палка. Блять, нет места. Блять, я сейчас пить хочу, я тут крафчу, блять. Я сейчас не хочу сдохнуть, я же вообще проебу все на свете. Блять, а почему я не попил-то, блять, ёб твою все, а? Ой, как я не люблю начинать серии, сука, вот с тупежа, а. Вот с расслабончика, блядь. Сел, ну. И пиздец, блядь. Ну-ка, сучки. Встаньте в ряд. Ну-ка, сучки, встаньте в ряд. Давай, вода. Сука, бинт. Нахуй бинт. Блядь, бинт мне не поможет. А почему я бинт не могу взять? Я потому что... Давай нахуй, вот это лучше бинт. Блять, пить. Ребята, напоите меня. Короче, я сейчас вообще не... Не, батенька, не-не-не-не-не, не сегодня, не в этот раз. Вообще, не точно. Определенно, я, блять, умираю уже, нахуй, я пить хочу, блять. Ну нахуя такой тупёж, блядь, зачем? Надо было напиться, блядь, взять с собой что-то, блядь, зайти в...
ебутся в жопу, а? Пить, пить. Ну ладно, хоть жажда меня не так быстро убивает, как мороз. Мороз-то вообще пиздец. Давай, 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 не тупи, блядь. Ходит он, блядь, турист. Давай, я вообще кубарем бы полетел с этих лестниц, блядь. Быстрей. Быстрей, ёб твою мать. Я, короче, вообще сейчас никого трогать не буду. Я потому что ебал я это все в очко. Блядь, там сейчас я еще полчаса буду спускаться. Я, кажется, понимаю, куда я спускаюсь. Я опять спускаюсь туда, где, блядь, эти дрочилы сидят толпами. Да-да-да-да-да, вот они. Не-не-не, ребят, не в этот раз. Вы давайте уже друг другу подрочите. Блядь, вас сейчас еще... Блядь, как же не вовремя. Блядь, отъебись от меня. Все, нахуй иди. Братан, не обессудь, но... Может, тут вода есть. Да нет, блядь, да, уйди, блядь, со своим трупом. Фосфор, блядь, нахуй мне у нас фосфор, блядь. Так, стопэ, 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 давай бинт, 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 ладно, на пока, подожди, бинты, да сколько у меня бинтов? Два бинта, ладно. Далеко не уеду, так, иди нахуй, ты тоже. Ребята, не обессудьте, но я вас трогать не буду, все, сосите. Блядь, вот я бык. Как я так-то вообще? А подожди. Так у меня есть вода. Хули, я дебил, что ли, блядь? Блядь, я вообще, что ли, дебил? Чё за серия такая, нахуй? Волшебная. Не-не-не-не-не-не-не-не, нихуя себе. К пукану решил пристроиться. Друган, нет, сегодня не твой день. Нет, череп нахуй. Веревки, нет места, веревки. Что я могу сделать веревками? Палка. Что бы сделать-то мне? А подожди, а почему? А, снарядить, а почему я не могу-то это? О, тьма. Тьма сгущается. Тьма сгущается. Вот если я бегу, вроде не сгущается. Не, оставим. У меня один факел, так что я его буду беречь как. Чё-то я по такому хардкору вообще пошел. Я чё, дурак, что ли, блядь? Я чё-то... Я как-то так на лайте зашел, что-то... Такой, че? Прогулка, блядь. Ну-ка, блядь, подожди. Все понятно. Так, господа, не бессудьте. Сидят что-то там, колупаются, блядь, в залупе у себя. Блядь, я есть хочу теперь. Блядь, теперь есть. Ё-моё, не, давайте я вот так сделаю. На чё, пацаны, уйди, уйди. Все, пизда, приплыли. Не-не-не, стой, стой, нет, давай. Бинт. А бинт, пизда, да? А что если я вот это съем? Все, пиздец мне, да? Все равно. А вот этот, если съем еще. Да куча. Ну-ка. Все равно, пизда. А может факел зажгу и мыши прилетят? Эй! Я бы сырого мяса сейчас нахуярился. Блять, все, пизда мне нахуй. Ой, какой же я еблан-то. Просто пиздос. Понял я, блять, как крафтить, как, блять. Че, гайдик почитал, молодец. Короче, ребят, сейчас какой план? Ладно, первый раз тупанули, ну бывает.
Какой сейчас план? План такой, я сейчас подготовлюсь. Потому что уровень я уже понял, что не такой легкий, как может было показаться. Так, стоп, я... Здесь ничего не поменялось, да. Так, хорошо. Значит, костер. Насколько я помню, я для себя еблана в будущем оставил в костре, там, в доме что-то. По-моему, там есть бинты, это раз. И что-то, по-моему, даже пожрать я там оставил. Поэтому сейчас мы это проверим. Сейчас мы это проверим. И... Можно... Я еще переноску вот эту оставил. Только, правда, я не помню, куда она переносит. По-моему, вот то, что я сейчас как бегаю, так будет актуальнее. Так будет актуальнее, нежели я буду переноситься, потому что они... Так, просыпайся. Потому что, по-моему, там на уровень ниже я... Или выше, или как сказать правильно. Так, тут хуй сосать. Здесь то же самое. Здесь... Как много еды, блядь. А здесь... Я оставил крафт, да? Так, все и заберем тогда. Все заберем. Пью. Так, три вот этих хуйни будет фосфор. Три осколка, это будет... Шип. Так, ладно. Не знаю, конечно. Окей, спать. Переноситься нет, я не буду. Или может на задний двор сходить. Там лисы бегают и бегают. Мох кровавый бегает. Из которого можно бинт скрафтить. Короче, ладно, давайте. Не, просто активно. Просто активно пойдем и не будем тупить. И нужно крафтить, нужно компоновать. Три палки. Нашел палку, еще найди две и скрафти, типа... Вот, палка. Заебись. Еще надо, короче, палки. Че, ничего здесь нет? Так. Факел. А тут? Ничего не выпадает. Ладно. Окей. Окей. Блять, главное не тупить. Главное, сука, не тупить. На лайте зашел, блять. Турист. Тут что? Вязанка. Бинт. Четыре стрелы. И нет места. Вот и пиздец. Что бы сделать-то? Пум. Не пум. Вязанка. А вязанка для чего нужна? Вязанка. Нет, стоп. Вот так сделаем. Вязанка нужна для... Вязанка, кристаллы, ткань, хрустальный пруд. Вязанка, нить, фосфор, 4. Вот, кстати, вязанка плюс нить. Плюс фосфор. Фосфор. А у нас есть фосфор? Стоп. Чё я тыкнул? Фосфор есть? Фосфор у нас хуй сосать. Нужен еще один вот этот вот. Вязанка плюс нить. Плюс фосфор. Блять, бомба. Подожди, бомбу надо забрать. Она же, блядь, отдельная штука. Чё бы. Давай вот эту хуйню выкинем. И бомбу возьмем. Все. Отлично. Я готов. Я вооружен и опасен. Да я еблан, что ли? Я вооружен и еблан. Блять. Заебись серия, да? Ребятки, на лифте катаемся. А чё бы нет? Я в детстве так делал. Вверх-вниз. Заебись.
На транспорте еще зайцем, зайцем катался. Тоже нормально. Так. Что мы делаем? Мы бежим, во-первых, за доспехами. Чё уж, раз есть вот такая возможность, почему бы и нет? Это раз. Берем доспех. Так, снять. Снарядить. Это. Снарядить. Все, отлично. Теперь бежим. О, кстати говоря. Бинт. О, фосфор, фосфор. Стоп, стоп, стоп. Стоп, игра. Давай вот это мы сейчас выложим вот здесь вот. Фосфор. И можно скрафтить у нас... А что-то можно ведь скрафтить, да? Вот это. Вот это и вот это. И нахуй мне это. Так, подожди, я что-то не понял. Папка вязанка, шип. Вязанка, нить, фосфор. Вязанка, нить, фосфор. Так, подожди, стоп. Вот тогда я выкину... Выкину... Чё выкину-то? Блять, и всё как бы такое нужное, кажется. Кожа, блять. Вязанку одну выкинуть, давайте. Блять, ну давай, ладно, хуй с ним, вязанку выкинем. Возьмем фосфор. Вот эту хуйню. Да? Да, давай, ладно, тут оставим. Или, а, блядь, положить-то нельзя, ладно. О, еще, во, отлично, сейчас еще фосфор охуйнем. Нет места. Блядь, да что, почему нет места-то? Такой дискомфорт, отвечаю, блядь. Просто ультра дискомфорт. Так, давай вот это выложим на секунду. Вот это возьмем. Сразу сделаем бам, бам, бам. Чпенькс, все, освободили место, берем вот это. Так, ничего у нас нету. Хуй с ним с тканью, стой, хуй с ней. Освободим место, все равно потом, ну как, забивать инвентарь нельзя же полностью. Да, так-то пиздец, это сколько времени надо потратить, просто чтобы на уровень нам нужно спуститься. Поэтому, да, умирать дискомфортно. Этим игра и хороша, что ты как бы вот этот штраф чувствуешь, вот этот, что как бы, как бы умираешь, как бы, вот в обычных играх как, у них там F5 нажал и пиздец, все загрузился, то есть ты смерти особо не ощущаешь, как бы, утрату вот эту. Че, идите сюда, суки, раз на раз, выйдем. Ты маленькое говно, вот как я сейчас всем пиздюлей-то наразвешиваю, и ты сразу же побежишь ведь от меня. О, этот тип что делает-то? А, он кровь ест. Нихуя себе. Так, вы валюта, вы валюта. Валюта! Имя такое, валюта. Так, нет места, бам. Блять, да давай, короче. Нет места, теперь что мы делаем? Вязанку. Фосфор. Бечевка, так это нить или что это, блядь, за хуйня? И факел, да нахуй мне факел-то? Веревка, фосфор. Веревка. Подожди, веревка, подожди, палка. Вязанка, нить, фосфор. 4 стрелы, нить. Что такое нить? Я еблан или что-то, или тут гайд какой-то? А, подожди, подожди. Стоп. Вязанка. Фосфор. И я еблан, да? Да. А почему так-то, я не понимаю. Фосфор, блядь. Нить. Палка. Хуялка. Чё за гайд, блядь, такой? Алло. Алло, полиция? Чё за хуйня здесь происходит, я не понимаю. Так. Все, это что-то хуйня какая-то дикая. Значит, сейчас я выложу, вот, знаете, что я выложу? Я вот это вот сейчас поебень все выложу, вот эту.
Вот с этих сейчас я скомпоную. Я сейчас соберу с них всю хуйню. Так, все, я все подобрал здесь. Все. Так, веревка. Нить. Бомба. Ладно, хуй с ним. Три бомбы будет. Фосфор. Хуёсфор. Хорошо. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Так, теперь что-то могу. Чинг, чинг. Нахуй мне этот факел. Чинг, нихуя. Чинг, чинг, чинг. Что-то типа... А, с колючкой она типа больше урон наносит. Да, я понял. Классно, но я понял, что если взять, допустим, три палки, скомплектовать, и они, с них можно больше скрафтить, короче. Короче, выгоднее с трех палок сразу, как сказать, три палки сначала скрафтить в кучку, а потом из этой кучки можно скрафтить выгодную тему. О, ты так, сучара, а? Так, давайте пойдем так лучше. Ку-ку. Ку-ку. О, дрочила. О, не-не-не, это не дрочила, это... Это... Погиб. Отлично. Так, палка, да? Веревка. Так, а веревки, допустим, я... Так, стоп. Из веревок я могу скрафтить... Три нити ткань. Три нити, это будет у меня ткань. Ткань у меня есть? Вязанка. Три нити, у меня будет ткань. Не знаю, короче, тупить не будем, похуй. Хуй с ней. Как здесь пройти? Блять, раньше бы я знал, что можно эликсир сделать, который карту все открывать. Вот, блять, было бы классно. Ты, сука, Джеки Чан. Нить. Палка. Так, палка, палка, палка. Вот это вот нужно. Выбрасываем эту хуйню, берем палку. И... Палка, хуялка. Надо три палки, блять. И нить. Так, что еще могу выкинуть? Кожа. Кожа, кожа. Нить. Вязанка, вязанка. Фосфор. Не могу выкинуть бомбы, не могу. Это не могу. Палки не могу. Шип и осколок, сука. Давай выкинем. Не, кожа нужна, кожа, блядь, тут редкость, поэтому давайте вот это выкинем. Нахуй ты это взял, блядь, скажи мне, нахуя тебе веревка? Вот. Теперь. Теперь, ебланы. Эй, эй. Я слышу, вы тут дрочитесь, блядь, где-то. За гаражами целуетесь, да? Дрочите друг другу. Вот вы дрочите. Суки, я так и знал. Я себе, они тут, а? Гомосеки. Нет, ты реально, смотри, они ведь голые. Трутся. Друг об друга. Мясо. В смысле, кожа. Еще непонятно, кто и психопат. Я бегаю каких-то голых извращенцев, рублю и с них кожу снимаю. Кто здесь извращенец вообще? Не знаю кто, но точно не я. О, ты че хотел, а? К жопе пристроиться беспалевно, да? Гомик. О. Здравствуйте. Я из компании Oriflame. А где тут выход-то? Я что-то... Тут выход алё или не алё? Ага. Ку-ку, Гриня. Побегаем с факелом чуть-чуть. Ебучий рот! Не, друг. Не, друг, давай, 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 знаешь, как сделаем? Давай сделаем вот так вот. О, не, подожди. Все, я понял. Ты стой, 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 блядь. Ты видал, что исполнил этот хуй? Со спины меня ёбнул. И я кровью истекаю. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Стоп, бандажик. Ты охуел, что ли? Ты между картами можешь передвигаться, что ли? Ты чё, блядь, дичь? Ты опять меня, прикинь, вспорол.
стоп. Стоп, блядь, мне нужно бандаж применить. Так, где эта хуила? Сейчас я ему в рот выебу. Где ты, дичь? Обосранная. Ну, выйдешь. Бля, я на тебя два бандажа потратил, пидрила. Ради! Палка. Стоп, палка. Ей, палка. I want палка. Давай, палка. Дэнс. Палка готова. Теперь тень-тень-тень. Чик. Отлично. Теперь чик. Теперь чик. А, теперь что делаем? Мы теперь палка, фосфор, веревка. Бум. 4 взрывных. Вот это я и хотел. Вот это я и хотел. Все, так. Сейчас взрывными я разъебу эту толпу. О, кстати, вот это полезная штука. А хотя там этих, блядь, ни о чем не извращенцы. Голожопые. Куда ты ломанулся, блядь? Нифига, я ему что, член отрезал? Нож прям в пах воткнул. Блядь, это звучит ужасно, конечно. Стопэ! Ожил. Куда бежишь, блядь, ты? Так, веревка. Почему так много веревки? Что я... Так, подожди. Стоп. Веревка. 3 палки вязанка. 3 нити ткани. Что я могу с использованием ткани сделать? А, кровавый мох. Ил. Ткань. Это будет бальзам. То есть, я так понимаю, не бальзам. Это большой бинт. Тут хуй знает какой-то перевод тупой. А, кровавый мох. Так, нет. Ткань. Ткань. Хрустальный пруд. Я могу вязанка. Кристалл. Ткань. Хрустальный пруд, я не знаю для чего он. А, палка, ткань, фосфор, факел. А, из оружия, значит, что я могу с тканью сделать? Я могу сделать нихуя с тканью. А нахуя вот тогда столько ниток? Ну, в смысле, сколько-то, столько бечевок-то. Нить, нить. Фосфор. Короче, я понял, что оно по отдельности хорошо. В принципе, то есть я могу... Веревка это она как не в ком... Не, в... не скомпонованная. А, подожди, что это? Ух ты, ёб твою мать. Это проход. Ну-ка, ты чё? Кто ты? Белый гриб. Ага. Пойдет. Так, вот это я не подниму, потому что, блядь, почему что? Потому что почему что? Так, давайте единичку мы сделаем бомбу. На случай, если у нас пиздец будет. Чинк, не чинк, чинк, не чинк, чинк, не чинк. Вот чё, вот инвентарь забит всякой хуетой. Зачем? Почему? Это выкинем тогда. 3 кожи. Ааа, ты еблан что ли? Тихо, тихо, где? Короче, нахуй, всё, я, блядь, заебало меня этот инвентарь уже просто... Сразу бы уже комплектами скидывали мне все. И что здесь? Все, заебись, я тут был уже. Скидывали бы комплектами, не знаю. Из одного выпадает сразу все нужное для крафта. Все, я скрафтил, все пошел. А, я в тупик еще зашел. Вообще замечательно. Вообще супер. Комната. Комната, из которой нет выхода, да? Правильно же я понял? Да. Хорошо. Бежи назад, прямо пиздец. Отлично. Я еще, блядь, начинаю голодать и хочется пить. Так, все, ребят, короче, нахуй. Я прям просто тупо бегу. Я даже никого сейчас убивать не буду, потому что заебись. Потому... Вот, нет, подожди, вот это вот мне надо. Потому что это ресурс. Это мне даже кажется на этот направление, типа, что я правильно двигаюсь. Так. Здравствуйте. Так, ой. Опять дрочилы, да? Сидят. А, блядь, опять ты, хуйлуша, блядь.
Да почему ты так... Почему ты так... Нет, 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 стой, стой, ты иди нахуй. О, блядь. Стой, так, ты ешь, ты ешь. Пиздец, вот эта хуйня меня так вымораживает, пиздец просто. Из него вылетает какая-то херня просто. О, о, ладно, спасибо за это хотя бы. Чё, мне куда? Мне вниз, да? Давайте сходим наверх все же. Оу! Я понял, это папа, а это его сучки. И они тут, короче, пакостят, сидят. Ну-ка, чё это тут? Так, все, 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 блядь, Сережа, не тупи, блядь. Чё ты нахуй отвлекаешься, блядь? Все, я не буду больше отвлекаться, я опять в какую-то хуйню захожу. Так, так. Два минус. Ты. Ты тоже пиздец. Четыре стрелы, замечательно. Здесь. О, блядь. Да по как ты так-то наносишь мне урон, блядь? Говнище. Я в ахуе. Вот у него одна сека, и я начинаю кровь терять просто. То есть, что у меня, бинт? Один бинт у меня остался. Я еще раз, если встречу вот такого хуеплета, и он мне что-то сделает, пизда мне будет. Все. Просто тупо без вариантов, блядь. Еще и нет места в инвентаре. Алло, блядь. Алло. Не, нахуй. Короче, я вот таких хуеплетов сейчас буду просто тупо оббегать. Ну, нахуй оно надо мне. Каким-то говном, блядь, они занимаются. Это что-то. О, кучка гомиков. Не. Да не, все, идите в нахуй. Дрочите друг другу. О, все, я пить хочу. Так. Пьем. Это что? О! Это что такое, блядь? Ах ты, сука. Я знаю вот эту хуйню, вот это вот. И она меня в прошлый раз... Я когда рендерил ролик, я пересмотрел, что меня тогда убило. Вот эта хуйня, у нее, сука, вот здесь вот сабля какая-то ебучая. И я, если подойду вот к этому, она просто сработает и отрубит мне нахуй голову, что это? Поэтому, ну его в пизду. Опа, вода. Заебись, заебись, заебись. Это очень хорошо. Так, господа клешни. Нахуя! Блядь! Вот я еблан, нет? Вот только-только, вот, сука, сам вам сказал об этом. Вот только объяснил, блядь. Блядь. Охуеть серия, вообще классно, блядь. Супер. Пиздец, блядь. Давайте на этом, ладно, закончим пока. В следующей серии я попробую нормально попробовать пройти на следующий уровень. А пока, если понравился выпуск, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, рассказывайте братюням, чтобы получать оповещения, тыкайте на колокольню. Ссылки на паблик ВК и соцсети в описании. А на этом пока что у меня все. Всем пока!